Тепло от этой котельной получит больше половины жителей Алейска. Стоимость нового объекта – почти 70 миллионов рублей. Его строительство позволило закрыть 5 небольших устаревших котельных, которые наносили серьезный экологический вред городу. Одно из преимуществ теплообъекта – его экономичность. Горожанам не придется платить по двойным тарифам. Стоимость тепла останется прежней. Если раньше было более 40 кочегаров, которые обслуживали 5 котельных, то на сегодняшний день всего 20. Плюс ко всему современное энергоэффективное оборудование и расход угля, как бы это тоже мы просчитывали в пределах 10-12% снижения по расходу угля. К началу отопительного сезона еще 12 подобных котельных появится в 9 районах края, в том числе в селе Кусак Немецкого национального района, где минувшей зимой из-за крупной аварии на теплосетях вышла из строя котельная. В результате чего тысячи человек больше месяца замерзали в своих домах. Новое современное оборудование гипернадежно. Риск, что оно внезапно выйдет из строя, практически равен нулю, уверяют краевые власти. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 750 миллионов рублей в этом году. Внимание наше уделено сегодня созданию нормативных запасов различных видов топлива. В первую очередь, конечно, это уголь, так у нас в крае, которые бы обеспечили тоже безаварийную, спокойную нам работу. Помимо строительства новых объектов, идет и масштабная реконструкция теплосетей. Сейчас модернизируют порядка 60 километров теплотрасс в 46 муниципалитетах края. На данный момент большая часть работ уже завершена, заверили профильные чиновники края. Они также пояснили, что отопительный сезон в этом году стартует вовремя, не позднее 15 сентября. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин, наши новости.